Строить ракеты для освоения космоса, имея даже специальное техническое образование, Динара Маланова так и не стала. Вместо этого познает безграничную человеческую душу, которая нисколько не проще Вселенной. Почти 20 лет она в психологии, в частности, помогает людям в решении семейных вопросов. Так, одна из самых распространенных проблем, которые удается разрешить, говорит специалист, последствия супружеской измены. И не всегда, уверяет психолог, это путь к расставанию. Могу сказать, что после измены в паре могут быть отношения, которые будут лучше, чем те, которые были до. Из моей практики это объясняется тем, что измена была, ну скажем, таким гнойником, да, то есть были проблемы, которые не решались, и они вскрылись. В последние годы, говорит психолог, люди стали чаще обращаться за помощью специалистов. Большую роль сыграла массовая культура, книги и фильмы, в которых вопросы душевного равновесия выходят на первый план. В том числе и детско-родительские отношения. На безвозмездной основе жители края с такими проблемами принимают в центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В частности, помогают адаптироваться в обществе детям с ограниченными возможностями здоровья. Собирается группа детей, которые вот, ну, вообще там по диагнозам никто их не делит. Они вот просто все в одной группе. Тут же и слабослышащие, тут же и слабовидящие, тут же и с легкой умственной отсталостью и так далее. И наше занятие подразумевает, чтобы всем этим детям было комфортно психологически, чтобы они развивались, играли, рисовали, несмотря на свои диагнозы. Ежедневно отдавая себя изучению чужой души, эти специалисты рискуют сами утонуть в проблемах своих клиентов и даже выгореть. Поэтому наивный вопрос, а нужен ли психологу свой психолог, специалистов не смущает. Даже самый первоклассный хирург никогда не сделает сам себе операцию, запомните. Поэтому каким бы ты крутым психологом ни был, ты сам себе не поможешь. У нас есть некое правило психологов, профессионалов. Мы ходим на личную терапию. А тем, кто только присматривается к профессии, говорят психологи, стоит помнить, легкой эта работа не будет никогда. Нужно быть готовым работать с неуправляемыми подростками и непонимающими взрослыми, чьи проблемы порой кажутся неразрешимыми. Ирина Корчагина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.